Ну, сейчас мы пристально следим за расследованием гибели любимца публики Приморского океанариума Сивуча Старка. И вот новые подробности появились. Оказалось, что морского льва сбросили в воду уже после смерти. Была версия, что животное могло засосать в отверстие для слива воды временного бассейна. Однако теперь ясно, что это не так. Кроме того, на теле Сивуча обнаружили травмы, полученные им на суше. Среди подозреваемых рабочие, которые заходили в вольер последними. Пятимесячный Сивуч по кличке Старк поселился в Приморском океанариуме в сентябре. Его нашли у берегов Сахалина еще летом. Он был болен, истощен. Перевезли его в Владивосток, где сотрудники океанариума выходили детеныша, вылечили от пневмонии и избавили от паразитов.